услышать мнение пассажиров о работе общественного транспорта и проверить расписание автобусов на улице города вышли химкинский депутат Александр Васильев и первый заместитель главы города Родион Левочка. В администрацию города поступили жалобы на маршрут номер 51. Станция Химки, торговый центр Мега. Да, действительно, в 51-м есть проблемы. В настоящее время администрация работает с перевозчиком для того, чтобы эти проблемы урегулировать, чтобы стало количество транспорта в соответствии с заявленными контрактами. Однако на сегодняшний момент достаточное количество транспорта. Мы сегодня наблюдаем, что все ходят по расписанию. Поэтому если пассажиров есть какая-то возможность или затруднение, то буквально 2 минуты и подходит необходимый вид транспорта, который доставит любую точку городского круга. Также участники рабочей группы отметили, что на некоторых остановочных пунктах в центре Химок висит неактуальное расписание. Его заменят. Кроме этого, на контроле доступность общественного транспорта и в других уголках округа. Обсуждали вариант оптимизации подвижного состава, перемещения его между разными маршрутами на летний период до тех пор, пока один из перевозчиков не пополнит свой подвижной состав. Это должно улучшить транспортное обслуживание микрорайона Подрезково, и по нашим оценкам это не нанесет какого-то ущерба тем маршрутам, с которых мы временно переместим транспорт на летний период. В целом, горожане отметили, общественный транспорт ходит по расписанию.